По 7-му округу, кроме того, что после канализации у нас там не стало дорог, но я хочу заверить избирателей 7-го округа, что с наступлением тепла, это апрель-май, работы по восстановлению данных дорог, где в результате канализации немножко они пришли в негодность, эти работы будут продолжены. Я имел уже беседы с председателем района Чадрунска, поэтому то, что где пришло негодность, в результате проведения канализации эти работы будут восстановлены. И дороги должны стать тот вид иметь, который имели до этого. Будете работать совместно с примарием? Будем работать, к сожалению, сложно иногда находить общий язык с примаром, но сложно, но будем работать, потому что мы все, когда баллотировались, все занимаемся сегодня определенной должности, кто оплачиваемый, кто общественный, но мы должны в конечном счете работать на наших избирателей, чтобы нам действительно не было стыдно за наш город.